В Орловской области сегодня нашли более 100 мин времен Великой Отечественной войны. На взрывные залежи наткнулся поисковый отряд «Костер» в районе Кривцовского мемориала. Боеприпасы отнесены спасателями к условно опасным. Это значит, что мины выработали свой срок, но все же могут взорваться, если их бросить в костер. А две из них очень опасны. Для взрыва достаточно их уронить или пнуть. Недалеко от этого минного поля найдены останки одного бойца. В ближайшее время на место раскопок приедут саперы. По нашей информации, все мины уничтожат завтра в первой половине дня.